идем на лодку. И Галя просто мне рассказывала, что Ребяскина очень культурный город, просто очень культурный и научный. Ванин, если сравнить. Я. Потому что это чей-то родной город. Мне свезло на мороженое. Мороженое сорт называется старое мороженое. Посмотрим, как оно было в Советском Союзе, точнее в старой Ливерпуле. Мост, на котором приехал Ленин. Нет, шутка на самом деле, потому что нет. Старинный. Прикольная система виадука, перехода на железную дорогу, что есть ступеньки, а есть съезд для велосипедов, и можно, не снимая велосипед и не мучаясь, заехать и переехать через дорогу. Проезжают. Единственное, что здесь из-за того, что закрыто все с стеклами. А, кстати, неправильно сказала, это не железная дорога, обычная дорога. Здесь очень душно, пока идешь. Прямо даже останавливаться не хочется. Наши кораблики, на которые сейчас прикольная штука с плавучей сауной. Сначала я подумала, что не понимаю, в чем мы, на самом деле, если она туда заплывает, и из нее прикольно прыгать в воду, когда ты понагреешься, в принципе, да, ну и виды что-то есть, но стоит она там где-то 420 евро. Заход, чтобы весь этот плавучий дом вас забрал в центр озера. Это наша прекрасная лодочка. Лодка. Корабль. Äijänä Salmeen vaan yhdistää pienen Hyväsjärven Päijänteeseen.
как сказано, куда мы приплыли, Юлия Сияра. Äijänäsi Suomen Pisinjärvi matkaa Väksystä Jyväskylään noin 119 kilometriä ja järviemme syvin kohta sijaitsee pohjoisella Päijänteellä Ristinsellä rannalla.
красненький тут настил. Что можно пройтись поближе к воде и присесть. И вот, собственно, все... Ну ладно, это лосины, но вообще в основном все одеты так празднично. А это вот местный, даже не знаю, как назвать его, типа местная филармония. Всегда меня веселило видеть в финских культурных зданиях, которые просто обклеены белым кафелем. И только вот знающий человек может догадаться, что там внутри происходит искусство, все такое, симфонии, концерты, оперы, постановки. А снаружи это вот, ну, реально районная поликлиника в Питере какая-нибудь Калининского района. А второе, что меня веселит в Финляндии, это то, что абсолютно в центре города вы можете встретить зайчика. Просто вот он просто гуляет, как белочка, не знаю, просто реально заяц. Но все равно не могу не снять. Вот сюда мы пришли, и наше место называется Суфри. Типа как диван. О боже, мокрое. Наша Сохва, Сохва. И чудо, чудо. Зарядочки, которые можно просто поставить телефон. У меня как раз садится. Спасибо большое. Наши улиточки на закуску. Стейк энд пахан. Сейчас мы попробуем.